Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на нашей предновогодней презентации. Меня зовут Юлия Несифорова. Я региональный директор Краснодарского и Крымского филиалов. Я очень много лет занимаюсь темой сервировки стола. И сегодня я с огромным удовольствием расскажу вам о своих знаниях и о нашей роскошной коллекции «Цептер Мастерпис». Я приглашаю вас в мир роскоши и вдохновения от Цептер. Тема нашей сегодняшней презентации – роскошь на каждый день. Действительно, все, что, о чем мы будем говорить, может использоваться нами как на празднике, так и в нашей ежедневной жизни. Итак, пять причин выбрать роскошную сервировку стола именно сегодня. Давайте посмотрим, что же это за причины. И они очень весомые. Первая причина – это правильные подарки на Новый год. Приближается 2023 год, год черного водяного кролика. И я решила посмотреть, что же рекомендуют для того, чтобы задобрить этого прекрасного зверька, для того, чтобы год был удачным, счастливым. Мы все этого хотим. Итак, какие подарки принимает на Новый год наш черный кролик? Что кому подарить на 23-й год. Итак, да, лаконичности. Это девиз этого года, девиз выбора подарков. Черный водяной кролик любит практичность и не оценит бесполезные мелочи. Я тоже была удивлена. Также самолюбование – это то, что не приветствует кролик и не советует преподносить в качестве подарка украшения, расчески, шампуни и другие принадлежности для красоты. А что же он предлагает выбирать? Выбирать удобство и пользу. Набор посуды для сервировки стола – это будет лучший подарок как раз-таки в год черного водяного кролика. И еще одна рекомендация для женщин. Кролик ценит уют, поэтому подарки, которые создают интерьер дома или пригодятся для ведения быта, ведения домашнего хозяйства, принесут их обладательнице удачу. Так что, дорогие гости, пожалуйста, обращаем внимание на то, что принято дарить в этом году, и причем не только на Новый год, а в течение всего года. Какая же вторая причина? Вторая причина – ожидаемый всеми нами замечательный праздник Новый год и праздничный стол, который все мы хотим, чтобы был роскошным, чтобы он был гостеприимным, чтобы он был удобным, комфортным, сверкающим и дарящим нам настоящее наслаждение. Ну и, конечно, чтобы наши гости оценили, какая мы хозяйка, и какой у нас красивый дом, какая у нас прекрасная семья. Итак, вторая причина – Новый год. Что же еще? Существует третья причина. Третья причина в том, что роскошная сервировка – это культурные традиции в нашем доме. Хочется немножко поговорить об этом, потому что я уверена, что это важно для каждого человека. Итак, 30 лет компания «Цептер Россия», в следующем году мы отмечаем этот замечательный юбилей, формирует здоровые и культурные традиции в сотнях тысячах семей в нашей стране. Здоровое, легкое, быстрое и вкусное приготовление пищи, забота о чистой воде, воздухе и атмосфере в нашем доме, конечно, и забота о здоровье и долголетии семьи. Но и не только, дорогие друзья. Что же еще? Что значит традиции для людей? Традиции для людей – это соединение времен, прошлого, настоящего, будущего. Это передача культурных и духовных ценностей. Традиции бывают и национальные, и религиозные, и кулинарные, и, конечно, семейные. Это невидимая связь эпох, это надежда жить вечно. Я уверена, что это важно для каждой семьи. Напишите, пожалуйста, в чате 100, если вы дорожите своими семейными или национальными традициями. Важно ли это для вас? Конечно, важно. Это важно для каждого человека. Спасибо за ваши ответы. Ну и еще одна важная вещь. Культура питания и эстетика стола – это часть общечеловеческой культуры. Какое значение в нашей жизни имеет красота? Мне очень нравится эта фраза. Мы есть не только то, что мы едим, а также то, что мы смотрим, слушаем, читаем,
что мы переживаем и что мы делаем сами. Чувства и то, что нас окружает, имеет огромное значение, дорогие друзья, в формировании личности. Важно быть здоровым не только физически, но и духовно, психологически, и быть гармоничной личностью. Наверное, вы со мной тоже согласитесь. А это формируется средой, атмосферой, в которой мы воспитывались и в которой мы живем. Конечно, в которой воспитываются и растут наши дети. И это очень-очень важно для формирования их личности и для формирования самооценки, с которой они будут идти по жизни долгие годы и вспоминать вас. В чем же заключаются преимущества красиво сервированного стола? Итак, это радость общения с близкими друзьями. Я думаю, что это несомненно. Бесподобно встречаться со своими близкими за шикарным, роскошным столом. Всегда нам хочется поставить что-то красивое, что-то очень вкусное и порадовать всех. Это единение семьи в атмосфере любви и уюта. Это образец отношений для наших детей. Это изысканная трапеза, которая воспитывает эстетический вкус любого человека. Поэтому красиво сервированный стол – это очень ценно для нас и очень важно. Таковы общие правила сервировки стола. Они действительно есть, и, конечно, соблюдая традиции, нужно их придерживаться. Итак, давайте посмотрим, какие рекомендации идут по предметам сервировки стола. Первое, они все должны, конечно, соответствовать составленному меню, закускам, блюдам, десертам. Каждый прибор на столе, каждый предмет несет не только красоту, но еще и свою функцию, потому что нам нужно сервировать наши блюда, которые мы приготовили, для того, чтобы было удобно их кушать, для того, чтобы удобно было их подавать, и для того, чтобы было всем комфортно. Вторая причина, конечно, эстетично гармонировать с формой стола, скатертью, салфетками и интерьером помещения. То есть это такие дизайнерские рекомендации. А какие еще правила? Сервировка стола должна подбираться по форме, цветовой гамме и фактуре, отображать тематическую направленность торжества. Конечно, не зря мы на новогодний стол, например, ставим обязательно какие-то красивые свечи, предметы, елочки, бусы, для того, чтобы создать и поддержать эту атмосферу праздника. Я уверена, что каждый из вас точно так же красиво старается накрыть и украсить свой стол. Что актуально сегодня и как сделать лучший выбор? Как подобрать предметы, которые нам действительно удовлетворят всем требованиям, достаточно высоким требованиям эстетики стола? Ну, во-первых, конечно, нужно обратить внимание на материал и качество, из которых изготовлены наши приборы на столе. Материалы качества имеют большое значение. Это и долговечность, это и эстетика, это и функциональность, и это, безусловно, долгий срок службы. Поэтому обращаем внимание на материал. Конечно, то, чем мы сервируем стол, должно быть удобным и функционально, нести свои полностью функции. Ну и каждый из нас, каждому из нас, конечно, хочется, чтобы предметы сервировки стола подчеркивали наш статус, чтобы красота и долговечность все время сопутствовали нашему столу. И мы с вами подходим к четвертой причине, уважаемые гости. Четвертая причина – это Masterpiece Collection, великолепная коллекция шедевров от Scepter, которая является лучшим выбором для вас и вашей семьи на все праздники и каждый день. Не нужно бегать по магазинам, подыскивать одно к другому. Наша коллекция Masterpiece удовлетворяет самым требовательным вкусом и к тому же может полностью стать сервировкой для вашего стола на любые праздники, на ежедневные столы, на семейные ужины и торжества, и всегда быть актуальной. Сегодня я хочу вам представить наши столовые приборы и наши комплекты для напитков. Именно потому, что сегодня действует новогодняя акция, великолепное специальное предложение именно при приобретении этого ассортимента. Итак, дорогие друзья, решение есть, и оно самое лучшее. Это Masterpiece Collection от Scepter. Переходим к коллекции столовых приборов.
Я обожаю их. Они настолько достойны, они настолько красивые и функциональные, что их заслуживает иметь каждая хозяйка и каждый дом, каждая семья. Ваш дом достоин только самого лучшего, я в этом не сомневаюсь. Наши столовые приборы вообще самые точные приборы в мире, существует такое выражение. Оно мне тоже нравится, потому что они бьют прямо в точку. Самый полезный атрибут сервировки стола, который соответствует этикету и функциональности. Без столовых приборов практически мы с вами не можем употребить ни одно блюдо. Они очень нужны нам, и без них, ну, очень-очень мало блюд, которые мы едим руками. И в основном, конечно, на нашем столе всегда присутствуют столовые приборы. Итак, я подчеркиваю, это соответствие этикету и функциональности. На что следует обратить особое внимание при подборе столовых приборов или же вообще об истории. Что это такое? Традиции качественных и дорогих столовых приборов упоминаются еще в древние времена, когда люди пришли к тому, чтобы использовать что-то для того, чтобы употреблять пищу, как раз пошло разделение на элитные столовые приборы, на простые столовые приборы и насколько они ценны для семей. Столовые приборы из качественных металлов служили отличительным знаком аристократии, знати. Набор столовых приборов в одном стиле и часто с фамильными вензелями свидетельствовал о принадлежности к высшему обществу. Но я думаю, что многие из нас знают, что посеребренные столовые приборы, серебряные столовые приборы с давних времен считались вот таким признаком роскошной сервировки царских фамилий и высоких дворянских фамилий. По нынешний день этот атрибут может являться фамильной ценностью и передаваться из поколения в поколение. Столовые приборы из коллекции Masterpiece от Scepter, поверьте мне, это настоящая фамильная ценность, и сегодня я вам расскажу об этом. Но что же обычно происходит? Существует традиция по особым случаям доставать из шкафа самый лучший столовый набор. Напишите, пожалуйста, в чате 50, если вы тоже этим грешите, если вы ежедневно пользуетесь, может быть, чем-то попроще, а к праздникам достаете столовые приборы, которые считаете драгоценными в вашей семье. В обыденное время мы предпочитаем использовать что-то попроще. Это сказывается на нашем здоровье, настроении и отношение к ритуалу приема пищи. С сегодняшнего дня, дорогие гости, я очень вам советую, пожалуйста, пользуйтесь самыми лучшими столовыми приборами каждый день, на завтрак, обед и ужин, на любую трапезу, на любой стол. Не прячьте их в шкаф. А наши столовые приборы, они будут служить вам долго-долго, даже если вы их используете в своей повседневной жизни. Поэтому выбросите все, что дешевое, все, что не очень качественное, и пользуйтесь только столовыми приборами от Септа. Пообещайте мне, пожалуйста. Итак, а что советуют эксперты? Как выбрать столовые приборы? Как подойти к выбору и что важно учитывать? Ну, первое, на что следует обратить внимание, это блеск. Блеск в зависимости от маркировки стали может быть сероватым или белым. Его отсутствие, если не обусловлено дизайном матовым, может нам говорить о том, что приборы либо вообще не полированы, либо сталь, что-то с ней не так, и она не такая. Хочу вам сразу показать, не могу удержаться, хочется вам показать. Посмотрите, какой блеск у наших столовых приборов. Следующий пункт. Внимательно осмотрите кромки изделий, проведите по ним пальцем. Никаких заусенец не должно быть, иначе это некачественный товар. Мало того, что это некрасиво, это еще и опасно для здоровья. Третья причина – зубья вилки. Смотрим зубья вилки. Именно они ну, являются, да, непосредственно соприкасаются с нашими губами, поэтому мы должны очень тщательно подходить к выбору особенно вилки. Итак, зубья вилки должны быть не слишком тупыми и не слишком острыми. Этот процесс, они не должны быть огрубленными. И самое лучшее, если между зубчиками есть полировка.
поскольку если полировка отсутствует, она может являться источником загрязнения, плохо вымываться, и микробы будут передаваться из блюда в блюдо, и, безусловно, это могут быть микроповреждения ваших губ или языка, поэтому это очень опасно. Обращаем внимание на зубья вилки. Следующий пункт, который советуют эксперты, у правильных вилок и ложек изгиб делается утолщенным. Он не может быть слишком тонким, потому что, когда мы надавливаем на прибор, они могут изогнуться. Вот такие советы дают эксперты. Что же еще? Толщина стали от 1,5 до 4 миллиметров должна быть. Если она более тонкая, то они не будут нам служить долго. Поэтому, уважаемые гости, обращайте внимание на вес и тяжесть, скажем так, столовых приборов. Конечно, чем они тяжелее, тем толще сталь, и тем дольше они будут вам служить, и тем качественнее они. Очень важно, отштамповка – это глубина ложки. Еще один совет. Глубина ложки не должна быть менее 7 мм. 7-10 мм – это лучший стандарт, потому что если меньше – то в таком случае ложка не будет нести свою функцию. Суп и первое блюдо будет сливаться с нее, и это будет совершенно уже не то. Обращаем на это внимание. Лезвие ножа должно быть обязательно закаленным, тогда нож будет долго не тупиться и служить вам очень долго. Вы знаете, я удивилась следующему совету экспертов. Понюхайте столовые приборы некачественные, если вам попадаются. Они могут действительно источать неприятный запах, а это означает, некачественный материал, который ни в коем случае не может быть на вашем столе и соприкасаться с вашей пищей. Ну и, конечно, при приобретении столовых приборов всегда нужно спрашивать сертификат соответствия. Вот такие советы. Итак, материал. Самый распространенный материал, который советуют эксперты, это нержавеющая сталь, которая медицинская сталь, которая будет служить максимально долго. Она не вступает в реакцию с щелочами, кислотами, солями, потому что наши блюда – это достаточно агрессивная среда. Вот, и нам, безусловно, не хочется, чтобы в химическую реакцию вступало блюдо, которое мы кушаем, и в наш организм попадало что-то не то, что нам нужно. Ну, и только качественный металл и производство способствуют сохранению первозданного вида продукции и будут празднично смотреться на любом столе. То есть это тоже имеет огромное значение. Немножко хочу познакомить вас с правилами сервировки стола, какие нам нужны столовые приборы, что советуют нам эксперты именно по сервировке, на что следует обратить внимание. Давайте посмотрим. Итак, вот на этой картинке, студия, будьте добры, картинку, где у нас сервировка стола. Да, вот эту. Спасибо большое. Посмотрите, для каждого блюда предназначены, в общем-то, свои столовые приборы. Для салатов, для горячих блюд, для мяса, для рыбы, для первых блюд, для десерта, даже ножи для масла, чайные ложечки, кофейные ложечки. Все, каждый этот предмет несет свою функцию. Могу вам сказать, знаете, существует традиция именно чайной ложечкой, допустим, кушать десерт, тортик или пирожное. Или же размешивать кофе. Но на самом деле чайная ложечка служит только для того, чтобы размешивать чай. Потому что для кофе у нас есть специальная кофейная ложечка, она гораздо меньше. Для десертов есть специальные столовые приборы, десертные вилочки или десертные ложечки, которыми удобнее гораздо употреблять именно эти блюда и эти продукты. Поэтому, дорогие гости, очень важно обращать внимание, потому что каждый столовый прибор имеет свою форму специальную, имеет свою функцию для того, чтобы было удобнее пользоваться ими во время трапезы. И даже нож для масла, обратите внимание, когда вы подаете какое-то блюдо на тарелочке для хлеба, вот в верхнем левом углу ставится всегда от основной тарелки, здесь нож для масла, он совершенно отдельный и другой, поскольку основные ножи, они предназначены для употребления горячих вторых блюд, ну или холодных закусок. Так что вот такие нюансы существуют. Мне кажется, каждая хозяйка мечтает, чтобы ее стол был сервирован именно так, по всем канонам и законам эстетики стола. Напишите, пожалуйста, 300 в чате, если вы со мной согласны, если вы хотите, чтобы ваш стол был вот таким идеальным в плане эстетики и сервировки. Спасибо за ваши ответы. Значит, это важно.
Ну что ж, итак, дорогие гости, дорогие друзья, лучшее решение от Цептер – это коллекция столовых приборов Цептер Мастерпис. Я с огромным удовольствием вас начинаю с ней знакомить более подробно. И сегодня в нашей новогодней акции участвуют следующие наборы. Это набор кимоно, набор сенатор, набор Венус и набор Инфинити. И два варианта декора – с зеркальной полировкой, то есть стальные, и золотым декором, как вы видите, например, здесь. Начинайте уже выбирать, какие вам больше нравятся. В чем характеристики наших столовых приборов, в чем их преимущество? Наши приборы изготовлены из нержавеющей стали хром-никель 1810. Вы помните, раньше в презентации я говорила, что это лучший выбор. Нержавеющая сталь будет служить вам очень долго, а зеркальная полировка будет блестеть всегда на вашем столе. Дальше, сталь не изменяет цвет, она химически нейтральна, она стойка к коррозии и деформации. Толщина наших приборов 4 мм, в то время как обычные производители делают 2 мм. Мы не скупимся на хорошее. Все, что производит Цептер, все самого лучшего и идеального качества. Поэтому наша сталь 4 мм превосходит мировые стандарты. Что же дальше? В чем отличие? Декор наших столовых приборов с обеих сторон. И это прекрасно. Вот вы видите здесь, если вам видно. Мне кто-то звонит, поэтому слетела картинка. Декор с обеих сторон, и это очень красиво. Мы не экономим на таких вещах, как роскошный дизайн. И зеркальная полировка между зубчиками вилки. Это тоже то, о чем я говорила. Это означает, что наши вилочки самые качественные и лучшие и будут служить вам в приеме пищи долгие-долгие годы. Ну и вот на этом слайде я хочу с гордостью сказать о том, что каждый наши столовые приборы, каждый предмет проходит поштучную сертификацию, поштучный сертификат качества, который говорит о его превосходстве. Цептер-сертификат ZE53549. Сейчас мне бы хотелось рассказать вам о комплектации наших столовых приборов. Она на самом деле тоже превосходная и отвечает всем требованиям, которые существуют в сервировке стола. Первое – это сервизы 36 предметов, в которые входят 6 основных приборов, необходимых нам на каждый день и для употребления основных блюд. Это столовая ложка, столовый нож, это вилка, это чайная ложка, это десертная вилка и кофейная ложка. Ну, вот такая маленькая малышка, красивая. Есть еще наборы, которые содержат в себе 12 предметов. Особое внимание ваше хочу привлечь к тому, что вот именно этот набор для сервировки стола, для подачи блюд совершенно необходим каждой хозяйке. Наверняка у многих из вас сегодня зрителей есть столовые приборы на 36 предметов. Напишите, пожалуйста, у кого есть на 36 предметов и нет дополнения для сервировки. Вот именно сегодня, дорогие гости, тот момент, когда нужно обязательно купить эти приборы. Они нужны как воздух для того, чтобы красиво подавать и раздавать пищу. Это сервировочная вилка, это ложка для салата, это половник, это ложка для соуса, ложка для сахара, щипцы для сахара, вилка для нарезки, лопатка для торта и ложка сервировочная. Вы знаете, в противном случае, если мы не имеем этого набора, то тогда что мы кладем в салаты? Кладем наши обычные ложки, ставим. Что мы кладем на блюдо с холодными закусками? Кладем какие-то обычные вилки. Таким образом, наш сервиз основных столовых приборов расходуется еще и на сервировку. Поэтому эти столовые приборы, 12 предметов, обязательно нужны каждой хозяйке. Если у вас еще нет 12 предметов к вашему сервизу, если вы уже его имеете, непременно сегодня тот день, когда его нужно купить. Идем дальше. Какой дизайн столовых приборов вам нравится? Ну, это, конечно, дело вкуса. Восток или Запад, классика или романтизм. Давайте с вами выбирать.
давайте уже смотреть, что же нам хочется приобрести. И даже если у вас уже есть столовые приборы, купить второй набор для себя, чтобы просто менять, или купить для праздника золотым декором, или купить для того, чтобы подарить своим детям, или друзьям, или близким, или родственникам, или на юбилей. Все уже здесь дело вкуса. Итак, мы с вами начнем с очень оригинального нашей новинки набора столовых приборов Infinity. Невероятный, просто космический, очень модной ультрасовременной формы набор столовых приборов Infinity, который состоит из 20 предметов, то есть это 6 персон по 5 предметов. Это нож, вилка, десертная вилка, ложка и чайная ложка. Вот такая интересная комплектация. Давайте с вами посмотрим видео, как роскошно, красиво он смотрится, в какой он подарочной, шикарной упаковке. Набор Infinity невероятно популярным стал в последнее время, после того, как появился. Его очень любит молодежь. Ну и также любят люди, у которых интерьер на кухне очень подходит или в столовой в доме подходит именно под такое дизайнерское решение. Это премиальное качество. Это великолепная сталь 18-10, зеркальная полировка и безупречный баланс. Совершенно необычная форма. Элегантный, стильный, лучший подарок для любого торжества. Но мы идем дальше. Напишите, пожалуйста, в чате, кому нравится Infinity, кто сегодня, может быть, хочет действительно приобрести Infinity. А далее у нас идет набор Сенатор. Набор Сенатор для тех, кто любит романтический стиль, кто любит классику. Обратите внимание на видео. Роскошные линии, классика. Вот у меня здесь я могу вам показать Сенатор без золотого декора. Спасибо, студия. Великолепный набор Сенатор. И, дорогие друзья, я с удовольствием вам представляю нашу новогоднюю акцию. Сегодня наши члены клуба могут приобрести наши столовые приборы и комплекты для напитков, которые я буду представлять с великолепной выгодой. Как вы думаете, какая это выгода? Это 5%, может быть 10%, может быть 15%. Дорогие гости, это 16% для членов клуба, замечательная новогодняя выгода приобретения. Какие же комплекты из набора «Сенатор» сегодня предлагаются в новогодней акции? Да, и еще «Цептер всегда дает больше». Кто сегодня принимает решение и напишет в чате свою фамилию, имя, если помните свой номер члена клуба, то номер члена клуба, если не помните, то хотя бы город, мы обязательно подарим вам одну из наших великолепных, фантастических пищевых добавок на выбор, которая вам нравится в вот такое новогоднее предложение. Итак, Сенатор, какие сервизы сегодня входят в новогоднюю акцию? Набор столовых приборов на 6 персон стальной, 36 предметов. Вот такой стальной, как у меня, вы видите. Основной базовый набор. Также набор столовых приборов на 36 предметов с золотым декором и дополнение к набору столовых приборов 12 предметов с золотым декором, которые я вам сегодня рассказывала, что они содержат. Поэтому выбирайте, дорогие гости, пишите, пожалуйста, в чате. И тогда ваш подарок обязательно будет вашим. Мы идем дальше. Следующий набор – набор «Венус» для тех, кто ценит гармоничное сочетание классики и авангарда. Великолепная раковина, студио, можно видео. Великолепная раковина на ручке этих приборов. Она напоминает нам картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», которая также в пучине морской вышла, именно выплыла из этой раковины. Невероятно элегантные, красивые, изящные. Вот такой набор «Венус», вот такие великолепные предложения именно по комплектации различные. И я думаю, что сегодня обязательно у нас должны быть покупатели этого сервиза. Он просто необыкновенный.
тоже входят в нашу акцию. Как я уже сказала, пишем в чате то, что вы выбираете, получаем пищевую добавку в подарок и получаем выгоду 16% для всех членов клуба сегодня. Набор столовых приборов 36 предметов, набор столовых приборов 12 предметов, вилки и ножи для рыбы на 6 персон, фиш-сет так мы называем, детский столовый набор, чтобы приучать вашего малыша с детства к культуре и эстетике стола. Это вилки и ножи для мяса, для стейков, тоже супер. И вот такие даже небольшие дополнения могут являться великолепным роскошным подарком на Новый год. Далее, ножи для масла, ложки для десерта и набор для коктейля, ложечки для коктейля. Выбирайте, дорогие гости, выбирайте то, что вам нравится, и, конечно, порадуйте себя и своих близких на любые праздники в этом году. Следующий набор, набор кимоно. Кимоно для тех, кто ищет эксклюзивный, оригинальный, уникальный дизайн. Набор кимоно сегодня у меня здесь, который я вам показываю. Давайте видео, дорогие коллеги, в студии. Роскошные столовые приборы. Вот такие линии четкие, да, но в то же время такое изящное. Шикарная комплектация. Какие же наборы сегодня у нас входят в нашу новогоднюю акцию? Давайте посмотрим. Итак, это ножи для масла на 6 персон. Это ложки для десерта на 6 персон. Это набор столовых приборов с золотым декором, 36 предметов. И дополнение к набору столовых приборов 12 предметов. Поэтому, дорогие гости, пишем, что вам больше нравится, что вы готовы выбрать. Пишем в нашем чате и непременно получаем великолепную выгоду и подарки сегодня. Итак, преимущество. Широкий ассортимент дополнительных наборов на любой вкус. Это легкость ухода. Можно мыть и вручную, и в посудомоечной машине. Эти наборы необходимы, конечно, каждой семье. Столовые приборы – эксклюзивный подарок на любой праздник, юбилей, свадьбу и так далее. Это изысканный стиль и вкус вашего дома. Это лучшие столовые приборы в мире, не побоюсь этого слова. Ну и качество, и функциональность, и дизайн будет служить вам долгие-долгие годы. А самое главное, что будущие поколения будут помнить о вас. Ну и коллекция комплектов для напитков Masterpiece Collection. Сегодня это два вида фужеров. И сервировочный, и десертный набор «Барон», который я буду представлять. Трудно переоценить назначение бокалов на столе. И, безусловно, это не только емкость для подачи напитков, но и это украшение стола, особенно наши сервизы. Придать строгую торжественность столу для официальных приемов, морозную свежесть и мерцание таинственности новогоднему столу, изысканность и элегантность столу, накрытому к романтическому ужину, великолепие и роскошь к свадебному столу и подчеркивает добротность и изобилие юбилейных столов. На любой случай жизни наши шикарные наборы. Наши достоинства – это сталь хромникель 1810. Конечно, это долговечно, устойчивый к воздействию времени. Это огромный выбор форм и разновидностей. Это гальваническое золочение технологии Дегусса. Вы видите здесь твердое позолота 24 карата толщиной 0,2 микрона. Настоящая драгоценность в вашем семейном столе, в вашей семье, это семейная реликвия. Их очень легко мыть, хранить. Они не бьются, не ломаются и будут служить вам долгие-долгие годы. И, может быть, ваша дочка или внучка будет вспоминать о вас, поскольку такие вещи в основном передаются по женской линии. То, что мама или бабушка оставила в наследство такие роскошные, роскошные бокалы, настоящую фамильную драгоценность. Ну и напитки, конечно, не изменяют своих качеств, поскольку высшая проба нашего материала. Вино, игристые напитки, шампанское, соки, вода, фрукты, все, что только может понадобиться на столе. Внутренняя зеркальная полировка. Также обратите внимание, что совершенно уникально.
Ну и совершенно уникальный дизайн. Я с огромным удовольствием вам представляю комплект «Принц». Ну, настоящий принц, я бы даже, наверное, его назвала царь или король на нашем столе. Полный комплект металлический с золотым декором. Это то, что удовлетворит любым вашим потребностям для подачи напитков на любой праздник или каждый день. Это большие бокалы вместимостью 350 миллилитров. Это средние бокалы для вина вместимостью 225 миллилитров, вот вы видите. И сегодня еще в сервис входит обязательно поднос, обязательно блюдца. Ну и еще сегодня в нашем предложении отдельно рюмочки для крепких напитков, ликерные рюмки. Совершенно великолепный подарок. Или же просто участник вашей сервировки стола, наши рюмочки для того, чтобы подавать ликеры, водку, коньяк, ну, все, что, может быть, вы любите в вашей семье. Самый роскошный набор – это полный набор «Принц», который будет служить вам очень долго, и вы с помощью него накроете любые напитки на стол. Напишите, пожалуйста, в чате 100, у кого есть уже набор «Принц», и кто сегодня еще хочет дополнить его, потому что сегодня в нашем специальном предложении есть уникальные возможности. Итак, наша новогодняя акция. Новогодняя акция включает в себя «Принц» с комплект стальной с золотым декором. Да, можем пока смотреть видео, я вам буду рассказывать. Итак, полный комплект, который показала на картинке. Я думаю, что он достоин быть в каждой семье. Второе, можно приобрести отдельно набор бокалов для воды. Вот такие 6 штук. Для того, чтобы, может быть, увеличить количество персон в вашем наборе, которые вы имеете, или же как подарок, или как дополнение, или просто как начало знакомства с нашими столовыми приборами. Можно отдельно приобрести по новогодней акции бокалы для вина, то есть это средние бокалы 6 штук, и отдельно, дорогие гости, наши ликерные рюмочки, 6 рюмочек. Так что выбирайте, пожалуйста, пишите в чате, кто что выбирает, чтобы мы видели, насколько вам нравится наше представление сегодня, насколько вы любите наши предложения специальные и насколько вам хочется дома иметь такую роскошную сервировку. Итак, кто выбирает для себя наборы «Принц», пишем в чате, вы получите подарок и, конечно, получите фантастическую выгоду 16% сегодня для всех участников этой презентации, для наших членов клуба. Вот так роскошно смотрятся наши бокалы на столе. Используйте их для любых напитков, и они будут радовать вас долгие-долгие годы. Ну и комплект «Барон» – это то, что является, ну, наверное, самым популярным, как и «Принц», дополнением все, что покупают обязательно наши все клиенты. Открою вам секрет, что практически каждый клиент, который познакомился с Цептер и приобрел посуду или систему очистки воды или еще что-то, обязательно приобретает комплект «Принц» или комплект «Барон». Итак, комплект «Барон» – десертный комплект, или же, я бы сказала, многофункциональный комплект, который будет служить вам для самых разных блюд. Это истинное наслаждение. С золотым декором стальной. Что входит в этот комплект? Входит большой поднос, входит большая чаша для крюшона, или салата, или холодного супа, или фруктов. То есть ее можно использовать по разному назначению. Это 6 малых чаш емкостью 450 миллилитров и 6 креманок для шампанского. Это просто чудо и изящество, которое используем также многофункционально и для салатов, и для фруктов, и для фруктовых салатов, и для закусок, и орешков, и варенья, и меда, все-все-все, что угодно. И 6 блюдец. Что сегодня у нас входит в новогоднюю акцию, новогоднее предложение? Давайте смотреть. Это барон комплект на 6 персон с золотым декором. Полный комплект, который я показала на картинке, о котором я рассказала. Это просто чудо. Это набор, который будет радовать вас долгие годы и служить вам верой и правдой. А также можно отдельно сегодня приобрести чаши с золотым декором, 6 штук, и отдельно можно приобрести бокалы для шампанского нашей креманки, с золотым декором, также 6 штук. Мне бы очень хотелось, чтобы вы написали все-таки в чате, что вы выбрали сегодня, что вы выбираете, чтобы видеть, как вам нравится наше предложение.
Итак, вот посмотрите, какие роскошные картинки мы приготовили для вас, чтобы вы могли свой дом сделать вот таким восхитительным, гостеприимным, чудесным, необыкновенным, безусловно, эстетически очень красивым. Студия, давайте полистаем наши красивые картинки, чтобы каждый мог представить, как это может быть роскошно на вашем столе Новый год, в любой праздник, в любой каждодневный завтрак, обед или ужин. Посмотрите, какая красота. Все то, что будет служить вам очень долго, все то, что действительно является достоянием фамилии. Но и мы с вами подошли к пятой причине, дорогие гости. Какова же пятая причина? Пятая причина – это выгодное вложение. Выгодное вложение, потому что сегодня новогодняя акция, и вы увидели, какая большая выгода, ну и не только. Вы знаете, мне хочется сказать, что через 50 лет Цептер станет антиквариатом. Я думаю, что сейчас даже может быть раньше, потому что, ну, считается, что через 50 лет предметы становятся антиквариатом. И что это означает? Это то, что сегодняшнее ваше вложение принесет огромное благосостояние вашим дочкам или внучкам, или сыновьям, или еще кому-то. Это будет также дорого и ценно, потому что из таких материалов вряд ли через 50 лет что-то будут изготовлять. Все, больше сейчас переходим на пластик, какие-то заменители. Вот эта драгоценность будет семейным фондом, семейным благосостоянием, и ваши потомки будут очень вам благодарны. Так же, наверное, как сейчас благодарны те, кому досталось наследство Фаберже или Картье или что-то подобное. Поэтому, дорогие гости, я желаю вам наслаждения красотой в каждый миг, каждый день. Роскошь должна присутствовать в вашем доме и радовать вас. Тогда вы будете здоровы не только физически, но и духовно. Я благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что вам понравилось наше предложение. Я вижу, что в чате вы пишете то, что вы выбрали. Это очень здорово. И именно сегодня, пожалуйста, воспользуйтесь новогодней акцией. Порадуйте свою семью, себя, своих потомков. Будьте счастливы, живите лучше, живите дольше вместе с Цептер. И не забывайте про красоту. Я благодарю вас за внимание. Спасибо вам огромное. Желаю вам сделать правильный выбор. Даже не хочется прощаться. Хочу посмотреть чат. Замечательно. Я надеюсь, что здесь у нас... Вот, я вижу очень большой выбор. Здорово, спасибо большое, друзья. Все, кто написал в чате, получат подарки. Благодарю вас за внимание. Прекрасного вам Нового года вместе с Цептер.